У памятника освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Традиционно это место сбора тысяч горожан. Не исключение и сегодняшний день. Сотни пришли с портретами своих близких и родственников, чтобы принять участие в шествии бессмертного полка. К акции присоединились люди разного возраста, от самых юных до пожилых. А это уже воинское кладбище в Таллине. Ветеранов, как и в других столицах Балтии, уже совсем мало. Некоторых привозят добровольцы. Бронзовый солдат. Как всегда, море цветов. И те же лица. Кажется, этот праздник совсем не старшего поколения. Отнюдь. Приходят с детьми, даже с грудничками. Память – это то, что приводит нас к бронзовому солдату каждый год 9 мая, говорили собравшиеся.